Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, CeoSoft. Сегодня мы обозреваем такой чит, как Global Injector. Так, чампсы. Начнем с них. Такие вот чампсики настраивать можно, их только они в следующем, только их надо будет. Вот, допустим, настроили чампсы. Так, и перезапускаем. Вот у нас чампсы. Дальше. Монихак. Черное небо работает. На. Так вот, это раф. Так вот, и так вот что можно сделать. Ладно, не будем. Фоухак. Фоухак. Вы знаете, что это? Я думаю, вам объяснять не надо, что такое фоуфхак. Фоуфхак работает. Вот как мы видим. Фоуфхак работает. Мы можем ходить вот так вот дальше. Резать вот так вот их на... Я вообще не понимаю, зачем они... Эти фоухаки. Сразу говорю, вас могут забанить. У меня уже 4 аккаунта улетело в бан. Даже 5 может быть. Я точно не знаю. Вот это новый аккаунт. Так. Ладно, фоуха давайте отключать. Ой. Обычный. Фоу, все. Отключили. Дальше. Аимы. Ну, мы знаем, что это. Дальше выдать вещи. Этот... Давайте выдадим себе перчатки новые и перчатки и нож. Вот, перчатки активировались, нож тоже. Давайте, вот, скинченджер, тут есть два вида. Обычный, вот этот вот, ну, легит скинченджер и обычный скинченджер, который может вот так сразу выдавать ножи. Вот, например, М9 Dragon Glass. Скинченджер как скинченджер. Вот, все идеально видно. Можно выдать себе баттерфлай. Только она не навсегда. Типа, как вас убьют, у вас будет вот, смотрите, вот обычный, вот, из легита. Это вам потом уже придется этот. Так, давайте тут дальше. М9, бабочки. Клав, керамбит. Сюда иди. Эти керамбит клав активируем. Керамбит клав. Все, вот скинченджер работает. Все работает. Это так поиграть чисто. Кунай, вот. Можно выдать любой наш. Как думаю, когда выйдет следующее обновление, они сделают нормальный антибан. Потому что сейчас антибан не лучший. Вот, скины есть. Вот, кунай Gold Flame. Так, вот. Кунай Gold Flame есть. Короче, все ножи есть. И новые тоже. Вот, скорпионы, танто, все... Дальше Doll Dagger Set от Demon X Steel до Harmony. Ну и все. Дальше Weapon ID. Это типа, вот, давайте выдадим себе Weapon, какую-то пушку с ID-шкой 11. ID Set. Нам выдалось 350. Мы видим, мы можем себе выдать. Давайте выдадим себе гармонию. Sky им все это, эти вот штучки работают. Сейчас мы поубиваем этих придурков, которые тут спав, которые нам мешают делать обзорчик. Все. Вот Doll Daggers Harmony есть.
все работает идеально, ничего не лагает. Вот главное, что античит может забанить, и он это активно делает. Ну что, с вами был я, CEO Hack, CEO Soft. Всем удачи, всем пока.